Всем мира и добра, с вами Виноград-центр. Сегодняшнее видео будет посвящено одному из способов окоренения черенков, а именно способу на воде. Появился этот способ очень интересным образом. Примерно 2 дня назад, получается, это 13-го было, я посмотрел видео на канале Юрия Егорутина, где он показывал, значит, стаканчик пластиковый, делал дырочку. Вот. И за счет этого удерживался уровень. Это натолкнуло на идею, значит, сразу поискать в интернете. Потому что я помню, где-то похожий вариант был, значит, чтобы не доливать воду, как, значит, было сказано, а чтобы вода, то есть, постоянно держала уровень без долива. Значит, вот посмотрел я где-то в 21.05, потом пересмотрел автополивы различные, универсальные поливы, значит, автоматическая поливалка, комплектующие птицеводства, автоматические поилки. В общем, пока не нашел, набрел на видео, которое я, значит, очень давно смотрел тоже, но почему-то оно сразу не всплыло. Это у нас передача была раньше на канале «Пока все дома», и там была рубрика «Очумелые ручки», где показывали всякие интересные, значит, подделки, тонкости. И вот это видео, оно называется «Как правильно поливать цветы во время отпуска». Я его посмотрел, вот, и все как бы сразу стало на места. Смысл в том, что передачу прислал, значит, один житель свой рецепт. Я считаю, что его фамилия должна быть упомянута. Это Храмов Евгений Юрьевич. Значит, на него там показано письмо его из города Межгорье, Республика Башкортостан, который рассказал очень оригинальный метод, значит, которым можно поливать цветы, уехав в отпуск, и не заботясь о том, что, значит, они высохнут и так далее. Метод, как было сказано в передаче, все гениально и просто, и я сейчас его покажу применительно для укоренения черенков винограда. Вот. 2 дня я, в принципе, смотрел, тренировался, различные использовал варианты, но вот такой самый как бы приемлемый, более такой простой, вот, я вам сейчас его расскажу. Что для этого нужно? Нужна обыкновенная баклажка, ну, вот, стандартная, полтора-литровая возьмем. Вот. Она, эта баклажка, заполняется водой, берется, я, дабы не отнимать ваше время, естественно, уже ее заполнил. Вот. И, значит, ну, немножко тут остается где-то под самой горлышко небольшой. Мы ее берем, вот так вот переворачиваем. Значит, суть метода такова, что если сделать 2 дырочки шилом, одну непосредственно практически внизу, то есть смысл в том, что, значит, было сказано там в передаче, что практически возле дна 0,5 сантиметра, и следующее на расстоянии сантиметра получается всего, значит, у нас 2 сантиметра. Но вот я экспериментировал вчера, позавчера. Смысл в том, что, значит, этот действует аппарат, можно чуть-чуть выше, ниже сместить, но, ну, естественно, не намного. Поэтому для укоренения, как мы всегда берем, обычно, ну, надо смотреть, конечно, по толщине черенков, глядеть, значит, сколько у нас там внизу под диафрагмой осталось. Ну, я вам покажу, значит, вот такой вариант. Это берем мы линеечку, берем баклажку наполненную, отмечаем, какой нам нужен уровень, на котором будет стоять вода. Я возьму, допустим, ну, сколько? 3 сантиметра я возьму. Вот 3 сантиметра отмечу. Значит, даже можно 2,5. Вот так вот. Надо будет даже интереснее. 2,5. Вот я их отметил, 2,5. Суть в том, что, значит, вот от этого уровня достаточно сделать 0,5 выше и 0,5 ниже. Всего между дырочками будет сантиметр. Чтобы вот этот уровень, а я смотрел, несколько вариантов делал, действительно, ниже верхней дырочки, где-то на 0,5-0,6 мм, она, вода продолжает держаться, независимо, значит, от каких-то там внешних условий. И мы берем спокойненько шильце, пузырек вот этот, который у нас есть, чтобы нам вода не брызгала, загоняем к этой отметке и примерно 0,5 мм делаем ниже дырочку. Вот она дырочка, раз, и все. И 0,5 мм выше дырочку. Аккуратненько. О, большие дырочки там не нужны, так чтобы воздух поступал. Все, дырочки мы сделали. То есть у нас теперь этот аппарат будет работать. Следующее, что требуется, посудина, в которой будет стоять. Значит, я разные варианты. Вот в таком варианте у меня ночь стояла, значит, в таком и так далее. Ну,
вот этот более для домохозяек приемлемый, это контейнер из-под морской капусты. Вот что-то вы, допустим, купили в магазине, мне всяких проблем. Берем, зачерпываем немножко водички, вот, на самый низ ставим, ну, чтобы не капало, можно даже использовать, хотя она как таковая не требуется, крышечку от этого контейнера, и после этого просто берем и переворачиваем. Ставим вот сюда. Значит, что мы здесь видим? У нас вот отметка уровня, но сейчас вода выше этого уровня. И, значит, подсоса здесь воздуха не идет, потому что уровень здесь выше, дырочка находится над ним, поэтому как только вода уйдет ниже уровня, значит, начнет работать подсос, и вода с этой баклажки будет потихонечку перетекать сюда. Сейчас мы это можем сделать искусственно. Я покажу. Допустим, чуть-чуть сольем. Оп, водички. Ну, она, крышка нам не нужна. Все, вот сейчас я еще почти в уровень. Вот, сливаем и смотрим, что происходит. Значит, у нас сейчас начинает работать вот этот, значит, аппарат. Ну, пока, значит, он всосалось, видите, пошел этот самый, немножко за счет того, что деформация пошла, сразу не стал. Вот. И вот он начинает, вот видно, перетекает водичка, и сейчас будет, значит, булечки, как побольше наберется. Вот. И получается, мы сейчас в это время начнем ставить череночки. О, булечка пошла, видите? Все, и мы начинаем спокойно расставлять черенки. Значит, по кругу ставим, пока у нас вот эти, видите, булечки идут, заполняет, значит, вода до того уровня, который мы ей задали. Но это я специально, а вообще, значит, лучше пусть воды будет чуть больше, она в течение 2-3 дней высохнет, вот, в смысле испарение будет испаряться, и в уровень встанет, и здесь будет, значит, потихоньку отсюда вода уходить. И вот все, мы здесь потихоньку заполняем черенками, которые у нас приготовлены. Вот. Здесь примерно входит, в зависимости от толщины, получается где-то 18-20 черенков. Вот. Заполняем вот сюда. И у нас, видите, вот, идут бульки. Вот, вот пошла булечка. Все. И уровень. Сейчас у нас, значит, где мы смотрим? Угу. Так. Что-то я потерял пока. А, вот он. Нет, пока не вижу. Так, этот до конца. Сейчас мы распределим наши черенки. Все. И вот таким образом, О, ну это, видите, я просто болтнул. Смысл понятен, да? Что, значит, распределив черенки, самое главное, посмотрите, чтобы они касались до самого низа, как положено. То есть не висели нигде-то, потому что... Вот. Ну, в целом, здесь, говорю, получается обычно где-то 18-20 черенков. Я еще просто не все вот уместил сюда. Все. И эта конструкция начинает работать. То есть вода становится чуть меньше, буль, значит, отсюда вода пошла с этого, с баклажки в этот, в контейнер. Еще подсохла, еще буль, сюда пошла вода. Значит, что еще из нюансов можно предложить? Это для того, чтобы исключить... Значит, плесень, загнивание, значит, какие-то процессы, связанные с плесенями. Это один-два, значит, бросить 1-2 таблетки угля сюда. Вот. Ну, а чтобы было совсем красиво, не, как говорится, здесь черноту не наводить, вы просто берете, когда будете воду заполнять сюда в баклажку, возьмете перекись водорода, вообще копеечный, 6 рублей, по-моему, я брал, да, 6 рублей стоит. Вот, примерно нужно на полутолитровую баклажку, ну, где-то 30-35, может, 40 мл предел, потому что 30 на литр обычно говорят, ну, заливать тоже много не надо. 30, максимум 40 мл. Берете, отмерили, сюда залили, то есть они сразу же будут у вас в баклажке. И потом вот эту всю конструкцию вы спокойно ставите. Ну, вот видите, булькает, да, потихонечку. Еще есть нюанс, я вот как раз хочу показать, что, видите, лучше брать баклажку. У меня вот была предыдущая баклажка, более есть, значит, очень жесткие, а есть совсем сопливые такие, которые вминаются. Вот здесь как раз произошел эффект, видите? То есть, по идее, если бы она не вминалась, сейчас бы больше было булек. Вот.
Но она в себя это вбрала, вот, и она, значит, не дала столько. Но уровень от этого не поменяется. То есть уровень все равно будет держаться. Просто это нюанс, связанный вот с самой типа баклажки. Поэтому есть смысл брать все-таки более крепкие баклажки. Потому что я вот в опытах, у меня вот две там лежат, как раз вот попала тут менее такая. Ну, они разная вода. Название не буду называть, чтобы не рекламировать. Вот. А те были покрепче немножко баклажки. И все. И вот эта конструкция получается контейнер, черенки и баклажка закрытая, обязательно крепко ставится в какое-то место. Ну, температура проращивания, в принципе, окоренение черенков по воде здесь большая не нужна. 20, 22, ну, 23, это значит самые такие оптимальные температуры, 24, ни в коем, ну, 26, 27 это уже много для воды, ни в коем случае, это многовато. Вот. 18, 19, 20, 21, 22, 23. И спокойно стоят и окореняются. Потом, когда все это произошло, я думаю, что баклажки вполне должно хватить, чтобы, значит, у нас не добавлять воду, то есть вообще не притрагиваться к этой конструкции. Потом вы ее просто вынимаете и спокойненько, значит, достаете черенки уже с корешками. Ну вот такой метод интересный, который, значит, просмотр одного из, значит, наших виноградарей из Беларуси меня натолкнул. Вот, поэтому кому может быть пригодится, используйте, применяйте. Ну и спасибо товарищу Храмову из Межгорья, который, значит, это в свое время озвучил, что есть такой способ. Ну, пожалуй, все. Всем мира и добра. С вами был Виноградцентр.